надеюсь, что вы подружитесь. Наталья Константиновна. Очень приятно. Ну, а, собственно, вот там и есть твой стол. Пойдем. Хотя, я думаю, знаешь, он тебе и не понадобится. Потому что работа... Побрился? Mm-hmm. Так, ты порезался. Да ничего. Тебе дают перекись? Mm-hmm. А это Дмитрий. Да нет, не надо. Наш менеджер по отелям. Вам придется с ним работать. Ты наешься или мне сделать еще? Катенька, мы опаздываем. Маша. Ты сама совещание на утро назначила. Слушай, я знаю, тут очень дорогое местечко. Угу. Смотри. Угу. Ну и отлично. Тогда 2 часа. Нравится? Угу. Игорь Борисович. А? Вас просил зайти Юрий Николаевич. Сколько-сколько? Кать, ты уверена? Ну и что? Деньги будут со следующей партии, и потом старая дача чего-то стоит. Кать. Я все рассчитала. И там очень хорошее место, и охота, и рыбалка. Катя, мне кажется, дом вообще-то великоват для двоих. Ну, пока для двоих, а потом? Тебе не кажется, что мы все время откладываем с рождением ребенка? Ну, мы договаривались, что сначала мы раскручиваем бизнес, а потом... Послушай, я хочу, чтобы у нашего ребенка все было, понимаешь? Угу. Кать, Катюш, ну не сердись, Кать. Моя девочка, поехали, да, мой сладкий, да, мой хороший, ну, да, ну... Ирмочка. Катюш, Ирмочка, ну не будь, ладно, Кать, угу. Я по поводу дома кое-что придумал. Кать, начальница ты моя. Очень-очень обидно быть подчиненным у жены, да? Когда жена такая красавица и умница. Да. Сергей Борисович? Сергей Борисович, вас. Угу. Мой сладкий. Ветров, слушаю. Алло. Странно. И номер не определен. Ну, мы идем? Ну, ладно, поехали. Пошли, 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 Ирма, пошли. Охраняй дом. 4-й этаж, 15-я квартира. Ага. Смотри-ка, у нас новоселы. Я-то и прежних соседей не знала. Ой, слушай, я же забыл. Телефон мобильный, сейчас. Ага. Ой. Только скорей. Ну, давай, давай, шевелись, что ты. Доброе утро, Андрей Игоревич. Кофе будете? Доброе утро, Верочка. Кофе подождет. Договор на последние поставки у тебя? Это на морозильные камеры из Кореи? Да. Нет, я думала, он у вас. Посмотри повнимательней. Сейчас. Так, холодильники. Так, где же? Так. У меня точно нет. Оборудование должно прийти на днях. Может, у кого-нибудь из ребят? Давай пошевеливайся, до вечера тут ковыряться будем. Иду, иду, иду. Вот так. Много там еще? Хватает. Берем. Поставь возле лифта. Ага. Там подымет потом. Давай, давай, давай. Thank you.
Здравствуйте, вы позвонили в квартиру Ветров. Оставьте, пожалуйста, сообщение после длинного звукового сигнала. Здесь нет. Надь, посмотри уже на шкафу там. Да уже иду. Здесь нет. Здесь я там ничего. Посмотрю. Здесь тоже нет ничего. А может, в сейфе у Екатерины Павловны? А у тебя как? Да нет у меня пока. Нету. Ты где? Ищите, ищите. Мне за них Екатерина Павловна голову снесет. Давай, давай. На меня. Тихонечко. Проходит, проходит так. Ага. Еще, 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 еще. Давай, 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 давай. Держу, держу. Да. Кать, это я, Мила. Слушай, мой бывший звонил. Представляешь, денег кто просит? Я ему говорю, милый, я денег не печатаю. И вообще ты... Мил, я потом тебе позвоню, я Сережу жду, извини. Ты что, вы там уснули, что ли? Ну что, ты поставил? Тяжело держать. Ну, тащи, давай. Шеф, у нас пойдем. Сереж! Сережа! Сережа! Да что ж такое, а? Здравствуйте, Даша. Катенька, а я думала, вы уже на работу ушли. Ну, сначала ушли, потом вернулись. Скажите, а Сережа в квартиру не возвращался? Так, сначала Груздев вышел, он рано на работу уходит и вечно дверью хлопает, как скаженный. Уж я ему говорила, не хлопай, а он как же. Тетя Даша, Сережа! Да вы же вместе вышли, я же слышала. Потом Зинка Груздева мусор выносила, вечно после нее грязь остается, точно руки кривые. Все мимо мусора проводы. Сережа возвращался? А что случилось-то? Вы что, поссорились, что ли? Да ничего не поссорились, он просто должен был вернуться и... А, значит, поссорились. А из-за чего? Так, тетя Даша, вы Сережу видели? Да нет же, я тебе говорю, не так... видела я его. Да ты не ссорься с Сережей, хороший он парень. Вот Груздев тот другое дело, не здрасте, не до свидания. А Сереж твой хороший, очень хороший. Уберите, в конце концов! Тяжелый! Простите, а вы не видели здесь мужчину? Девушка, никого мы здесь не видели! Не мешайте! Люди, сдвиньте кресло там, а! Ну кто-нибудь! Ой, молодой человек! Да? Убирай, молодой человек, простите, а вы не видели, нет? Ой, извините, извините! Бегу, бегу! Иди скорее сюда! Куда ты? Доброе утро, Екатерина Павловна. У нас все готово. Помните, Сергей, я вам говорил? Появился? Нет, я думал, вы вместе. Здравствуйте, Екатерина Павловна. Вот графики. Так я не понял. Сергей задерживается? Задерживается. Катя, последний договор по поводу оборудования из Кореи. Посмотри у себя. Нигде не можем найти. Это как понимать? Интересно.
Здесь нет. Ребята сказали, что его Сергей брал. Ты позвони ему. Я не могу, он мобильный дома забыл. Екатерина Павловна, совещание будет? Зови. Ценовую политику предлагаю оставить без изменений. Угу. Возможно, система скидок. Все выкладки вы будете иметь завтра с утра. Вы со мной согласны, Екатерина Павловна? Угу. Екатерина Павловна, а как быть с центральным гастрономом? Да, и с возвратом из Ярославля. Минский филиал прозванивался. Они хотят... Потом. А что с Сергеем Борисовичем? Заболел? Да, похоже, что так. Все свободны. Пойдем. Что будем делать? Как что? Договор искать? Да, Мил. Подруга, а ты чего не перезвонила-то? Прикинь, мой бывший ко мне приходил. Мил, извини, не до тебя. А что случилось-то? Да, Сергей куда-то запропастился. Так, я сейчас подъеду. У тебя кафешка на углу есть. Там встретимся. Хорошо. Если Сергей появится или позвонит... Не беспокойся, я тут же сообщу. Ну вот куда он мог подеваться? Просто мистика какая-то. При чем тут мистика? Может, все гораздо проще. Ну, например? Например, он мог и не вернуться в квартиру. Встретил соседа, разговорились. Потом понял, что опаздывает. Вышел, а тебя нет. Но машина-то моя у подъезда стояла. Торопился, мог и не заметить. Нет, не сходится. Ну, что не сходится-то? Ну, потому что мы с соседями практически не общаемся. Как-то не сдружились. И потом, даже если он с кем-то поговорил, ну, не мог он проскочить мимо моей машины. И куда он делся дальше? Знаешь, подруга, ты что-то не учла. Угу. И что же? А может, он обиделся на что-нибудь? Поехал друзьям душу отвезти. Кстати, что между вами утром произошло? Да ничего не произошло, господи боже мой. И никто ни на кого не обиделся. Да ты не знаешь мужиков, у них своя логика. Вот я своему бывшему говорю, я говорю, как тебе, козлу, не стыдно ко мне за деньгами бегать? А он говорит, ты меня при разводе, а нитки ободрала. Я ему говорю, козел, Мил, ты козел. Вот при чем тут твой бывший? Ну, извини. Угу. Мы с Сережей за 7 лет ни разу серьезно не поругались. Вот это-то и плохо. Это почему? А потому что ругались бы, знала бы о нем все. А тут, как говорится, в тихом омуте сама знаешь. Так, ладно, что мне делать сейчас? Ну, что делать? Ну, через часик-другой вернется твой Сереженька. Угу. Ну что? Ни Сергея, ни документов. Зайди. Кать, а не мог Сергей прихватить бумаги и... И что, избежать? Ты про это? Ну, ты же понимаешь, что это бред. Кать, ты посмотри на это не как жена, а как начальник. Договоры оформлены на Сергея. Там оборудование на 120 тысяч. И заметь, не рублей, а долларов. Ты это серьезно? Да ладно, успокойся. Сидит сейчас твой Ветров с каким-нибудь старым приятелем, пиво пьет. Сейчас, подожди, приятель. Приятель, 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 приятель. Алло, Денис, привет. Скажи, а тебе Сережа сегодня не звонил? Нет, не звонил. Угу. А ты не знаешь, он, может, куда-то собирался? А что случилось-то? Ну, он пропал сегодня утром. А?
Нет, Кать, ничего не знаю. Господи, ну никто ничего не знает. Ну вы же дружите со школы, ну... Ну кому мне еще обращаться? Кать, ты не психуй, может, поехал куда-нибудь? Но он куда-нибудь собирался, он что-нибудь тебе говорил? Ну вспоминай, Денис. Точно, он к Потапову собирался заехать. Потапов, это который за городом живет? Да! А зачем? Не знаю! Он что-то про дом говорил. Кать, я тут в замоте. Комиссию жду. Телефон Потапова давай. Телефон не знаю, а дом номер... А, я вспомнила, мы к нему на шашлыки ездили прошлым летом. Это за развилки 5 километров, да? Да-да-да, точно, ага. Слушай, если хочешь, я после обеда отпрошусь, я тебя отвезу, ладно? Да нет, спасибо, я сама. Я позвоню, если что. Ну давай, целую. Угу. Поеду. Может, правда Сергею Потапову? Хотя б он бы мне сказал. Да нет, ерунда. Правильно. Не надо никуда ехать. Он не ребенок. Как потерялся, так и найдется. Что ты сказал? Я сказал, найдется. Да нет, ты сказал ребенок. А мы говорили о ребенке. Может, он на меня обиделся? Да нет, поеду. Ты займись текучкой. Зря ты едешь. Лучше что-то делать, чем сидеть и ждать. Хорошая, Ирмочка, ты с Сережей приехала. Моя сладкая, моя хорошая. Где Сережа? Сережа! Здравствуйте, Катя! Лаймафу! Я сейчас спущусь! Катюша, какими судьбами? Здрасте, Александр Сергеевич. А я думала, это моя Ирма. Нет, это племянница ваша Ирма. Когда в прошлый раз вы ко мне с ней приезжали, я просто с ума сошел. Понял, хочу такую же. Вот, Сережа свел с вашим заводчиком и просто не нарадуюсь. Вы по какому случаю? Скажите, Сергей к вам не приезжал? Ну как же, приезжал. Тоже в восторге от Лаймы. И где он? Как где? Ну вы же сказали, он приезжал. А он неделю назад приезжал. Что-то случилось? Сережа пропал. Что значит пропал? Когда? Утром. Катя, Катя. Извините, пожалуйста. Вы успокойтесь. Я просто очень волнуюсь. Знаете что? Если он пропал утром, не надо так нервничать. Катя, да вы не понимаете, он очень странно пропал. Катюша, вы проходите в дом. Выпейте чаю, и мы все обсудим. Извините, мне не до этого. Спасибо. Катя. Скажите, а он к вам зачем приезжал? Дом в наших краях присматривал. Mm-hmm. Говорил, что о хорошей даче мечтаете, а у нас тут природа замечательная. Странно, а мне он ничего не говорил. Наверное, сюрприз готовил. Сюрприз. Ладно, я поеду. Спасибо. Послушайте, а он же мог к нам на дачу поехать? В принципе, мог. Ну, конечно. У него же там снасти все рыболовные и еще что-то. Я туда поеду. Доброго пути, Катюша! Все образуется! Водитель не
не справился с управлением, и от полученных травм женщина тем же утром был застрелен на пороге своего дома. Преступник скрылся, ведь... Суд отклонил ходатайство о помиловании граждан. Ну что, девенька, нашелся твой? Нет. Ну ты смотри-ка, вот дела. Надо же, а как дружно жили. Видать, все мужики кобели, видать и твой. Тетя Даш, ну что вы говорите, ну может он по делам уехал? Да знам дел, дела. Вон, Груздев тоже дела. А давеча иду, он в машине с кралей сидит. Я Зинке говорила, присматривай за мужиком. Она, дура, только фыркает. А мне что, фыркай. Профыркаешь мужика-то. Спокойной ночи. Ай, вот народ, поговорить не с кем. Ой. Так, это квитанция. Это тоже те же возбудная книжка. И это не то. Так, ну где? Ну. Здесь тоже. Так, может, в пиджаке? Нет, здесь нет. Господи, наверное, с собой увез. Ни записки, ни намека, ничего. Ну что, Ирма, думаешь, он нас бросил? Ну что, с ним что-то случилось? А? Ладно, будем ждать. Ирма, ну пойдем домой. Ну все, пойдем. Пойдем, может, уже Сережа приехала, а мы тут с тобой гуляем. Фрин, иди сюда. Фрин, вперед, пошли. Пойдем. Пойдем. Простите, говорят, у вас муж пропал. А вы что-то знаете? Ну, я думала, уже выяснилось что-то. Извините. Пойдем. Алло, это Бюро несчастных случаев? Скажите, а у вас есть информация о Ветрове? Ветров Сергей Борисович. Спасибо.
Да. Привет, Катюх. Ну как, Серега не объявился? Нет. Так, подруга, не хандри. На всякий случай, ты меня, конечно, извини, но позвони в бюро несчастных случаев. Да куда я только не звонила? В бюро и все больницы. Ничего не известно. Да. Ну, хочешь, я к тебе приеду? Да нет, не надо. Спасибо. Ну, ладно, Катюх. Тогда не будем болтать, а то вдруг Серега позвонит, а у тебя занято. Ладно, ну все, пока. Ну, как она? Ты вся извелась. А может, все-таки любовница? Да Серега как-то на ходока не похож. Он все время один или с Катькой, сама знаешь. И что? Он ей даже ни разу не изменял? Ну, я помню, была история. Но это было лет 6 назад. Других грехов я за Серегой не знаю. Ну что, Ирмочка? Не спится тебе? Тоже волнуешься? Ну ничего. Мы завтра пойдем в милицию, и они найдут нам Сережу. Да? В подъезде? Да, в подъезде. И никто его после этого не видел. Так уж и никто. Дежурная часть. Успокойтесь, гражданка. Объясните конкретно. Во дворе гадят? А мы здесь при чем? Откуда я знаю? Позвоните в клуб собаководов. Закон для всех один. Пройдет трое суток, тогда и примем от вас заявление. Трое суток? Вот опять супермаркет задержали. Я делал контрольную жаковку. Ну да. Бутылку водки и банк тушенки закупал. Думаешь, по мелочи взял, так и проскочишь? А если мы тебе по совокупности впаяем? Да ты кто такой? Я, между прочим, в управе работаю. Понизили тебя, что ли? В прошлый раз вице-мэром был. Принимаю во внимание ваш слабый интеллект, не отвечаю, а буду разговаривать с оперуполномоченным по правам человека. При президенте или при ООН? При ООН. Так, веди его в обезьянник, а я пока в ООН дозваниваться буду. Пойдем. Пойдем, пойдем. Руки простите, возьму. А мне что делать? И не трогай мой пиджак. Вы тут стоите, нервы себе мне треплете. А ваш муж с какой-нибудь хорошенькой соседкой в это время прохлаждается. Просто так мужья средь бела дня в подъездах не пропадают. Ой. Ты соседей опросила? Тетя Даша не видела. Другие неудобно как-то. И потом я думала, что он вернется. Понятно. Пошли сейчас опрашивать. Неловко, незнакомые люди. Вот и познакомишься. Пойдем? Слушай, а если в милиции правы, и я найду его в квартире у какой-нибудь симпатичной соседки в постели? Стыдно? Ну, во-первых, я в это не верю. Твой Серега не такой. А во-вторых, ой, бог с ним, что во-вторых. Лучше, как говорится, горькая правда, чем вот так сидеть и психовать в неизвестности. Фух. Все, пойдем. Вам кого? Простите, я ваша соседка с восьмого. И что? Я ищу своего мужа. Очень интересно. А я-то тут при чем? Ну, может быть, вы его видели вчера утром. Ну, я его даже не знаю. Но он такой высокий, спортивный. Он был одет... Кать, а во что он был одет? В светлый костюм. Угу. Нет, никаких светлых костюмов я не видела. Извините. Угу. Идиотки. Пойдем за фотографией сбегаем. Thank you.
Не знаю. Нет, не знаю. Нет, не видел. Нет. Ну, вроде все обошли, только в 12 квартирах никого нет. Ну, ничего. Вечером отловишь. Слушай, все, я в салон опаздываю. Надо бежать. Я тебя подброшу. А ты куда? В офис. Ну, что ты в таком состоянии наработаешь? Ну, что я вообще наработаю в таком состоянии? Ну, тем более у нас документы пропали. Слушай, какие документы? Договор на поставку оборудования из Кореи. Ты можешь попасть на деньги? Угу. 120 тысяч долларов. Что, стащили? Недействительно, без моей или Сережной подписи. Ты хочешь сказать, пропал Сережа, потом пропали документы? Ничего не хочу сказать. Это глупо, и Сережа не мог. Машина, квартира и бизнес – все это стоит гораздо больше. Угу. Если жить вместе, а если развестись? Фирма на тебе, квартира на тебе. Он приехал из своей дыры на все готовенькое. Мил, хватит. Ты вспомни, с чего я начинала. Я холодильными установками на рынке торговала. А сейчас мы весь город холодом обеспечиваем, между прочим, благодаря ему. Угу. А что ж ты его совладельцем не сделала? Потому что не хотели новые бумажные волокиты, и он отказывался. Ладно, не заводись. Все, мне надо бежать. Ну, собирайся. Так я готова, пошли. Ага. Я своему бывшему козлу говорю, дам деньги, но под проценты. А он знаешь, кем меня обозвал? Кровопийцей. Я ему говорю, знаешь что, занимай-ка ты в другом месте деньги. Ты же с ума, что ли, сошла? Эй! Эй, ты куда? Сережа! А? В чем дело, девушка? Извините. Это он пошел в магазин, там надо все выбрать. Я обязательно, конечно, обязательно одену. У меня такие брючки. Просто я так удивилась, а дальше еще хочет мне. Ну, я и не поняла. Ну и что случилось-то? Ничего, обозналась. Ага. Ты смотри, а то Серега-то вернется. А ты потом свою психику долго еще лечить будешь. Пришел заказ на морозильное оборудование для кафе-встречи. Спортивная база заключила контракт на поставку переносных морозильных камер. Не пишет? Что? Я говорю, ручка не пишет. Ты договора по Корее нашел? Нет, пока нет. А Сергей не объявлялся? Нет. А ты в милицию? Я ходила. Заявление приму только через 3 дня. А если с ним что-то случилось, то слишком поздно. Если все в порядке, то бессмысленно. Катя, ты красивая, умная женщина. Вот скажи мне, пожалуйста, чего ты с ним носишься? Ведь Сергей всегда был только твоей тенью. Ты достойна лучшего. Это тебя, что ли? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Да, я знаю. И вот что я тебе скажу. Сергей не тень. Он был и остается моим мужем, и я буду его ждать. И вообще... Екатерина Павловна, там из Ярославля звонят, Сергей Борисович сейчас спрашивает. Что сказать? Да оставьте меня все в покое, а! Здрасте. Здравствуйте. Я ваша соседка по подъезду. Нет, вы не моя соседка. Ну, подождите, я на 8-м, а вы только что въехали. Нет, это не я въехала, моя тетя. А я вот просто помогаю с переездом. Вот сейчас полочки делаю. Меня, кстати, Игорь зовут. Катя. Очень приятно.
И чем же могу вам помочь? У меня муж пропал. Вчера утром. Не видели? Вот. А, видел, конечно. Они с тетей Олей, ну, Ольга Николаевна. Вчера поговорили минут 15, и все, он ушел. А о чем они говорили? И куда он ушел? Ну, я не знаю. Я в это время шкафом занимался. А знакомы, как я понял, они по старой квартире, тетя. Она жила на Стахановской, дом 5. Вот. Там уже всех расселили давно, а вот тетя последний выехала. Ничего не понимаю, но Сережа никогда не жил на Стахановской. Я не знаю. Вам, наверное, у Ольги Николаевны лучше спросить. Она лучше знает. Она вот скоро должна из поликлиники вернуться. Спасибо, я тогда зайду через... 10 минут через 30. И вы все узнаете. Спасибо. Да не что. До свидания. Простите, вы Ольга Николаевна? Простите, мне но нужно я вас с вами поговорить. Знаю. Я ваша соседка с 8-го этажа, Катя Ветрова. Ветрова? Да, я жена вашего знакомого Сергея. Вы ошибаетесь, у меня нет такого знакомого. Это неправда. Ваш племянник сказал, что вчера вы с ним разговаривали. Поймите, это очень важно. Сергея нет уже 2 дня. Но чем могу я вам помочь? Скажите, откуда вы знаете Сергея? И что он делал на Стахановской? Игорь это вам сказал. Ну, хорошо. Сергей дружил с кем-то из нашего дома. И я пару раз видела его у нас во дворе, вот и все. С кем он дружил? Как давно вы его там видели? Ну, бывал, несколько лет назад. А с кем дружил? Ну, я не помню, извините, мне нужно принимать лекарства. Вы не переживайте. Я думаю, с Сергеем все нормально. Полки прибиты, люстра повешена. Спасибо, Игорюк. К тебе соседка заходила, ну, жена того парня. Знаю. Зря ты ей сказал про Стахановскую. Почему? Она так нервничала, переживала. Говорит, пропал. Может, как поможешь ей? Да не могу я ей помочь. И никто не может помочь. Есть ситуации, когда лучше не вмешиваться, чтобы не чувствовать себя виноватой. Хм. О, Господи. Да встречалась я уже с его теткой. Нет, она ничего толком не сказала. Послушай, а какой смысл обходить эти 12 квартир? Ну вот скажи. Мила, я уверена, что эта женщина что-то скрывает. Да? Ну а что я могу сделать, пытать ее, что ли? Нет, ничего не решила. Ладно, хорошо, пока. Сейчас, Эрми, сейчас. Я тут где-то видела, подожди. А, вот она. Так. Стахановская. По центральной до Победы, второй поворот направо. Хорошо. Ничего. Мы с тобой найдем более разговорчивых жильцов из расселенного дома, да? Ну? Давай, давай сюда. Вот эту бутылку сюда. А, ну, битый, ты куда пойдешь? Ну, какая же битый? Хороший. Да что, глаза отрастут. Хороший. Вот. Сюда. Верно, и сюда. Скажите, а как к ЖЭКу пройти? А полтинник дашь? Благодарю. Вон вдоль желтого забора направо. Спасибо. Ну, собрал? Да. Готово. Ну, пойдем. Давайте. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? Мне нужно узнать, куда расселили жильцов вот из этого дома. Вы кого конкретно ищете? Конкретно? Ну, я не знаю. Дайте, пожалуйста, несколько адресов. Совсем с ума посходили? Ну, помогите, пожалуйста. Вы только время у меня отнимаете. Я что, из-за вас должна все документы поднимать? У меня там список расселенных 100 человек, а вы даже не знаете, кого ищете. Следующий! Thank you.
Здравствуйте. А мне бы справочку, милая, на компенсацию. Сережа. Ты не представляешь, что я пережила за эти три дня. Ни звонка, ни записки, ни намека, ничего. Где ты был? Кэт, ну прости меня. Я так устал. Я трое суток был на ногах. А что я пережила за эти три дня, тебе наплевать, да? Кать, я дома. Все в порядке. Давай обо всем завтра поговорим, а? Утром. И ты считаешь, я смогу уснуть? Я не понимаю, что происходит? Почему ты не можешь мне ничего сказать? Ну хорошо, я тебе скажу. У нас пропал договор тот самый с Кореей на 120 тысяч, если ты помнишь. Если это ты его взял, то лучше скажи сейчас, и мы все спокойно обсудим. Я тебе обещаю. Ну что ты молчишь? Ну скажи что-нибудь. Доброе утро. Выспался? Вроде да. Может, теперь ты мне расскажешь, где ты был? Я встретил одного знакомого. Знакомую. Ты знаешь? Да, ты встретил Ольгу Николаевну. Ну, я рассказал, что у моих друзей проблемы, и мне нужно срочно ехать. Ну, это я понимаю. А куда ты поехал, и кто твои друзья? Катя, я не могу тебе всего этого рассказать. Я не хочу тебе врать. Я расскажу тебе позже. Позже? Когда позже? Через неделю? Через год? Я три дня переживаю, я не знаю, что думать. Потом ты возвращаешься, ничего не хочешь рассказывать. Я что, должна думать, что у тебя любовница? Катя, ты мне веришь или нет? Ты мне доверяешь? Мы столько лет с тобой вместе. Вот именно. Но у тебя не было от меня секретов раньше. Катя, я считаю, нужно отложить этот разговор. Ты на взводе. Угу. И что, и ты вот считаешь, что я так спокойно должна жить дальше, да? Пожалуйста, подожди немного. И сколько ждать? Пока все успокоится. Мне срочно нужны деньги. И сколько? 250 тысяч евро. 250 тысяч евро? Ты с ума сошел? Мне очень нужны деньги. Подожди, ты во что-то влип? Тебя шантажируют? Ты что-то натворил? Ничего я не натворил. Моим друзьям нужны деньги. А.
И где ты собираешься их взять? Вынуть из оборота фирмы. То есть ты собираешься нас разорить, да? Катя. Что, Катя? Тебе мало того, что я пережила за эти 3 дня, теперь ты собираешься нас разорить неизвестно ради кого. Но даже такой дуре, как я, ясно, что ты завел любовницу. И теперь она тянет из тебя деньги. Да. Только она не получит ни копейки, потому что я не ради этого пахала столько лет. Угу. Конечно, потому что у тебя все время работа, работа, работа. Ничего, кроме работы. Для чего тебе все это нужно? Дачу купить. Что нам там делать? В прятки играть? Ладно. Я сам найду деньги. Так. Ты договор взял тоже ради нее? Какой договор? Договор на поставку оборудования из Кореи. Я ничего не брал. Да? А Жданов говорит, что ты последний держал его в руках. Ну, значит, Жданов лучше знает. Вот неужели ты думаешь, что тебе кто-то даст 250 тысяч евро? Это моя проблема. Ну хорошо, допустим, ты найдешь деньги, а возвращать ты их как собираешься? Кать, тебе-то что? Ну, я пока что твоя жена. И начальник. И начальник, если тебе так будет понятно. Ты не ответил на вопрос. Как ты собираешься возвращать деньги? Из зарплаты? Допустим. Ну прекрасно, то есть как ни крути, ты собираешься решать проблемы своей личной жизни за мой счет. Кать, я как-нибудь сам. Ой, только не надо, пожалуйста, не оправдывайся, я тебе все равно не верю. Жданов, почему ты решил, что документ у меня? Ну, во-первых, здравствуй, Сергей. Я очень рад, что ты нашелся. Я и не терялся, в отличие от документов. Вера. Да? Вы носили к нотариусу снять копии? Я копии? Да, копии. Я договорилась. Там было очень много народу. Ну и где? Где они? Простите, я забыла. Я сейчас, простите. Ну? Я сейчас, я быстро. Что? Разобрались с документами? Андрей, это твое упущение. Ты почему не проследил? Кать, извини, но все эти обстоятельства... Какие обстоятельства? Тебя не касаются никакие обстоятельства. Сереж, подожди. Извини за договор, глупо получилось. Давай спустимся в кафе и попробуем нормально поговорить. Ну, давай. А что это с Ветровыми? Я их еще такими никогда не видел. Нас это не касается. Всем работать. Угу. Пожалуйста. Ты меня больше не любишь? Люблю. Тогда ты почему не можешь мне ничего сказать? Именно поэтому. И вообще, мне сначала нужно решить проблему с деньгами. Мне сейчас это очень важно. Ну, ты понимаешь, что это очень большие деньги? Может быть, мы продадим фирму? И что, ты собираешься угробить дело всей нашей жизни ради какой-то шлюхи 20-летней? Ну ладно, Кать, прекрати. Мы с тобой договорились спокойно поговорить. Тогда скажи правду. Я сказал тебе все, что мог. Мне нечего добавить. Ты отказываешься мне помочь? Не тебе, а неизвестно кому. Ну все, хватит. Срочно с тобой поговорить. Да. Свободен? Да. На. Да, Денис, еду.
Денис, привет. Я знаю, что ты встречался с Сергеем. Какая разница? Скажи, пожалуйста, а зачем он к тебе приезжал? Ну пойми ты, это очень важно, с ним что-то странное происходит. Денег у меня хотел взять, займы! У меня столько нет! А зачем, не сказал? Нет! А куда он поехал? Я сам ничего не понимаю! Ладно, а? Ладно, все, пока! Вы что творите? Ну поаккуратнее! Алло, Денис! А? Алло! Ну все, пока! Слушай, я вечером перезвоню вам, ладно? Хорошо! Ага, давай, ага. Ребят, ну вы чего? Не, ну я не понимаю, почему он не может мне ничего сказать? Опять куда-то уехал, не звонит. Да плюнь ты. У всех мужиков в этом возрасте заскок. Перебесится. Мил, ты думаешь, у него другая женщина? Какая разница? Он же не сказал, что уходит из семьи. Не сказал. Значит, семья ему дороже. Семья. Я тоже раньше думала, что двое – это семья. Оказывается, не так. Детей-то у нас нет. А ты сама не хотела? Ну, не хотела. Я думала, фирму на ноги поставим, дачу купим. Создадим условия потом. Да не грызи ты себя. Ты же еще не старуха. Успеешь родить? Мила, вдруг Сережа уйдет? Он что, единственный мужик, что ли? Для меня – да. Ага. Не, найму детектива. Я должна знать всю правду. Слушай, а если это связано со знакомыми по Стахановской? Он же должен был узнавать адрес. Ну, а если он знал, куда они переехали? Все равно надо попробовать. Это шанс. Да ну, там такая тетка в ЖЭКе, у нее ничего не допросишься. Найдем мы к твоей тетке подход. Поехали. Что, сейчас? С утра. Ой. Подождите за дверью, я вызову. Чем могу помочь? У вас в понедельник был мужчина. Можно поконкретнее? Он искал жильцов из дома номер 5, из того, что расселили. Интересовался этим домом один мужчина. А кого он искал? Вспомните, пожалуйста, это очень важно. Но только если очень. Так. Мужчина ваш интересовался семьей Грековых. Угу. Куда они переехали, правильно? Вот именно, куда. Нам бы адресок. Так вот просто и не находится что-то. Почти нашла. Ага, нашла. Вот адрес, на который Грековы получили ордер при расселении. Записывайте. Улица Пионерская, дом 7, квартира 3. Ну и с этой субсидией нам началось просидеть. Там, а там народу. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы из этого дома? Из этого. Дом номер 7, да? Номер 7. А, скажите, а Грековы здесь живут? Да. Ну да, в нашем живут. Подъезде. А, скажите, а как нам туда попасть? А то там кодовый замок. Да вот же она идет. Здравствуйте, Нина Константиновна.
Здравствуйте. Только я ее мама. А вы кто? Что случилось? Мы ищем Сергея Ветрова. Он у вас? Нет, он в больнице. Как в больнице? В больнице с моей дочерью. С дочерью? Он там с Женей. Если он вам нужен, срочно. Второе отделение, 7-я палата. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Говорила тебе, он у любовницы. Да, но почему в больнице? Потому что ему любовница больная досталась. Первой попавшейся девушке 250 тысяч евро на операцию не ищут. Значит, у него это давняя связь. Значит, он столько лет меня обманывал? Вот и сама себе и ответила. Детская, ты что-нибудь понимаешь? Mm-mm. Скажите, это точно второе отделение? Второе. Вот и вывеска. Скажите, а второе взрослое у вас есть? Нет, милая, второе отделение только детское. Кать, может, ты что-нибудь понимаешь? Mm-mm. Нина, как он? Неважно, врачи нового кризиса опасаются. Господи. Ты нашел? Я ищу, Нин. Кать пока не дала, но не отказал. Нин, я обязательно найду. Ты мне веришь? Привет, Жень. Привет. Как дела, сынок? Меня сюда кололи. Больно. Я терпел. Молодец. Ты у меня храбрый парень. А что вы ему делаете? Это капельница укрепляющая. Ага. Силы ведь надо откуда-то брать. Ага. Больно? Не бойся, я привык. Молодец. Знаешь, записал. Кать, по-моему, у Грекова второй что-то напутало. Третья палата. Спасибо. Как она сказала, Женя? Женя. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в каком отделении лежит Грекова Евгения? Сколько лет? Не знаю, молодая женщина. Нет такой. Извините. Подождите, а посмотрите, пожалуйста, во втором отделении какая-нибудь Грекова лежит? Сейчас. Во втором? Так это же мальчик. Женя Греков. 6 лет. Что, точно мальчик? Мальчик, Женя Греков, 6 лет, во втором отделении. Ну вот и подожди, я не понимаю, прошла. Почему мальчик? Добрый день. Он же сказал, что у его друзей проблема, а про мальчика ничего не сказал. Наверное, потому что это не чужой мальчик. Слушай, Катюх, мне кажется, тебе не надо туда идти. Нет, надо. Здесь он мне врать не будет. Я сама. В машине меня подожди. Спасибо. 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 Ну, что вам сказать, сын воздержался молодцом, очень мужественный мальчик. Когда делали пункцию, он даже не пикнул. Доктор, ну какой все-таки ваш прогноз? Есть опасность рецидива. Понимаете, операция по пересадке костного мозга делается в период ремиссии. А сколько она продлится? Мы не знаем. Если найдете деньги... Можно сделать за границей, это быстрее. Мы ищем. Попробуйте. Хотела и нашла. Я могу увидеть твоего сына? Женечка, познакомься. Это тетя Катя.
Здравствуйте. Здравствуй, Женя. Ты уже умеешь читать? Да, меня научила мама. Только когда я читаю, у меня быстро устают глаза. И мама мне читает вслух. А что вы читаете? Про Буратино. Его вырезали из полена, и он азбуку не учил. А я давно знаю азбуку. Ну ты молодец. Он не пошел в школу, а я хочу в школу. Ты обязательно пойдешь в школу. А в соседней палате мальчик умер. Он тоже в школу хотел. Тебя обязательно вылечат, и ты будешь учиться лучше всех. Ладно, Женечка, устал немножко? Да, а где мама? Я хочу, чтобы она мне дальше почитала. А мама работает, ты же знаешь, она вечером придет. Давай я провожу тетю Катю, да, вернусь и тебе почитаю. Ладно? Угу. Угу. Давай. Пока. Пока. Чем болен Женя? Лейкоз. Это лечится? Да, нужна срочная операция. Я поэтому просил у тебя деньги. А операция спасет? Врач сказал, что нередко случай полного выздоровления. Но об этом я хотел рассказать тебе позже. А ты не думал, что может быть слишком поздно? Катюш, ты знаешь, как я тебя люблю. А ее ты тоже любишь? Кать, ну прости меня, правда. Это совсем не то, о чем ты думаешь. Ты сказал, что мы не можем оставлять фирму. Мы должны отдыхать, по очереди ездить. Да, я помню. Ну, я с Ниной там на море и познакомился. Я после этого один раз с ней только и встречался. Я клянусь тебе, я жалел об этом и до сих пор жалею. А ребенок? О Женьке я ничего не знал. Это соседка переехала в 15-ю квартиру. Соседка Нина. Ольга Николаевна, я помню. Да. Она мне сказала, что ему нужна срочная операция, и неизвестно, жив ли он. Ты понимаешь? Я пытаюсь. Ну почему ты мне не позвонил? Я был как в бреду. Я выбежал на улицу, тебя уже не было. Я поехал сразу в больницу. А потом? У него был кризис, понимаешь, Кать? Я простоял его постель трое суток. Кризис может возобновиться в любой момент. Ну почему ты сразу не признался? Катя, я не знал, как ты отреагируешь. Я подумал, что ты не дашь денег для чужого ребенка. Не дашь? Не знаю. Все время откладывал с детьми. Работа, работа, работа. По крайней мере, я тебе не изменяла. Кать, ну правда, прости меня. Прости. Я ему отец. Я должен его спасти. Ты дашь нам денег? Я так и думал. Не смотри на меня так. Катя не дала деньги. Ну чего ты молчишь? Невыносимо. Я больше всего на свете хочу, чтобы он выздоровел. Он смелый мальчик.
Ему пункцию делали, он даже не пикнул. Нин, я обязательно найду деньги. Наш сын не умрет. Сюда затащила. Здесь стресс как рукой снимает. Про Серегу я тебе вот что скажу. Пошли-ка ты его на все четыре стороны. 6 лет ребенку, а? Подумать только, сколько лет он тебя обманывал. Сережа ничего не знал о ребенке. А, не знал. Это он тебе сказал, что не знал. А как на море за чужими юбками бегать? Это он знал. Он не маленький. Мог бы и подумать, что от этого дети бывают. Мил, не трави душу. Потом я верю Сереже. Если бы он знал о ребенке, он уже тогда начал бы искать деньги. Ну ладно, хорошо, не знал. А что ты теперь будешь делать? Терпеть? Не знаю. Ага. А я знаю. Разводись ты с ним. Ты молодая и красивая, у тебя фирма. За тобой мужики, между прочим, в очередь выстроятся. С таким приданным-то. В общем, одна не останешься. Мил, дело не в одиночестве. Я люблю Сережу. Я люблю Сережу? Какая такая любовь? Я на вас с Сережей нарадоваться не могла. Обзавидовалась вся. Какая пара. И на тебе. А если это еще не все? Что не все? А если Нина у него, это не одна? Может, у него еще где-то дети есть? Ты теперь за всех его детей отвечать будешь? Мил, перестань. Ладно, хорошо. Это один ребенок. Но ты же не виноват, что он болеет. Не виновата. Жалко, жалко. Ты ему дашь денег на операцию? Еще не факт, что она ему поможет. Но это не аргумент. А вот это аргумент. Хорошо, он выздоровеет. А Серега возьмет и уйдет в ту семью. И что ты делать будешь? Ага. В общем, Катюха, останешься ты и без денег, и без мужа. Обдумай-ка ты все хорошенько. Окей? Да. Я могу с процентами отдать. Ну да, да, понимаю. Не, ну что ты, конечно. Ну, пока. Угу. Пока. Алло. Лёшка. Узнал? Ага. Слушай, Лёшка, увидеться? Да, конечно, сразу. Ты мне можешь помочь с деньгами? Мне срочно нужно. 250 тысяч евро. А, ну, я понял. А сколько можешь? 15? Отлично. Давай. Да, я срочно. Давай, выезжай. Сереж, нам нужно поговорить, я все-таки не чужой тебе человек. Мне нужно срочно уехать. Но ты вернешься? Не знаю, как получится. Но ты понимаешь, что дальше так нельзя, нужно что-то решать. Ну, что ты предлагаешь? Ну, мы можем каждый месяц откладывать из прибыли на операцию. Катя, что ты говоришь? Деньги нужны срочно, понимаешь? Срочно! Но это невозможно. Ничего ты не поняла там. Около Женьки. Вот. Потом мы к дедушке с бабушкой поедем. А бабушка, знаешь, какие вкусные пирожки печет? Вкусные. Ты с чем больше любишь? С мясом или сладкие? Сладкие. С вишней. Ой, тогда тебе вообще повезло.
У дедушки огромные вишни, сладкие-присладкие. Вот такие. У него еще груши есть. Любишь груши? Да. А у отца моего, ну, у дедушки твоего, у него огромная голубятня. Он голубей в небо запускает. Красиво. Будем с тобой запускать голубей? Будем. Они умные. Даже по-своему разговаривать умеют. Воркуют там. Да? Жень. Женя? Женечка, устал? Жень. Жень, сейчас. Женя! Женечка! Доктора, Сережа, он не дышит! Женя! Женечка! Женя! Женя! Женечка! Жень. Женя! Женечка! Женя! Отойдите! Женя. Отойдите быстро! Спани в реанимации! Женя! Нет, не довезем. Вызывай сюда! Выйдите из палаты! Да. Женя! Тыщи, пойдем, пойдем. Господи, Женя! Господи, помоги! Ты не понимаешь? Ты никогда не сможешь меня понять. У тебя друзья, работа. У тебя семья, у меня только сын. Нина, ну мне тоже дорог. Женька, это единственное, что у меня есть. Без него все бессмысленно. Что они с этой заграницей водятся? Парня давно в Москву надо было везти. Еще попробуй. Сердце пошло! Женя! Простите, вы Сергей Борисович Ветров? Да. У меня к вам поручение. Извините, вы не вовремя. Простите, я не представилась. Я нотариус Вишнякова. И похоже, что очень вовремя. У меня поручение от Екатерины Павловны. Сергей Борисович... Я, конечно, понимаю ваше состояние, но постарайтесь собраться с мыслями. Да-да. То, что я вам сейчас скажу, очень важно для вас. Вы меня слышите? Да. Вот здесь документы о переводе на ваше имя большой суммы денег. Катя, дала деньги? Да. Екатерина Павловна продала квартиру и переоформила на ваше имя фирму. Извините. Этих средств будет достаточно для того, чтобы сделать операцию вашему сыну. Вам нужно расписаться вот здесь и вот здесь. А когда я смогу получить деньги? Реально. Но если я сегодня займусь формальностями, завтра вы можете приехать в банк. И еще. Екатерина Павловна просила передать вам это. Всего доброго. Спасибо. Сережа, я не хочу быть преградой в твоей дальнейшей жизни. Мне еще осталось достаточно денег, чтобы начать все сначала. Я желаю только одного, чтобы ты был счастлив. А счастлив, я знаю, ты будешь, если твой сын выздоровеет. Пусть так и будет. Прощай. Будет хорошо. Ну что?
Что купить тебе? Машину или трактор? Трактор. Ух ты. Ну все, родители, дальше нельзя. Пожелайте нам удачи. Потерпи, Женечка. Все будет хорошо. Ничего не бойся, сынок. Я не боюсь, папа. Леночка. Ты слышал? Он назвал тебя папой. Зажрали кровопийцы. Ой, не понимаю, как ты здесь живешь? Нет, эта дачная романтика не для меня. А мне нравится. Ты не представляешь, какое удовольствие я получаю, копаясь на грядках. И сколько ты собираешься на грядках копаться? Не знаю. Подумать только, а? Он тебя предал. А ты ему все отдала? Сама? Да пойми ты, для меня это всего лишь деньги. А для ребенка жизнь. Значит, и для Сережи. Какие же мы дуры, а? Ты чего? А меня Денис замуж зовет. Ну, а ты? А я отказала. Почему? Потому что я своего бывшего люблю. Козла этого. Ну что ж, очень-очень неплохо. Да. Вы знаете, у Женьки появился аппетит. Да. Он по часу ходит, играет. Замечательно. Ему это можно? Можно. Результаты анализов показывают отличную динамику. И это значит, что... Это значит, что операция прошла успешно. Что организм мальчика набирает силу. Но мы, конечно, будем еще его наблюдать. Но, надеюсь, рецидива не будет. Ой, спасибо вам большое. Спасибо. А вы еще собирались в Германию. Неизвестно, кому такие деньжищи платить. А у нас тут все бесплатно сделали. Ну да, в общем-то, и невозможно было поверить. Мы все-таки как-то... отвыкли от качественной бесплатной медицины. Ну, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. А, доктор, скажите, да? А Женя может в этом году пойти в школу? В этом рановато. Надо окрепнуть. А вот в следующем году вполне. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Сейчас, Ирмочка. Сейчас я закончу. Мы с тобой пойдем купаться. Сейчас. Сейчас, мой хороший. Ирма! Ирма, ко мне! Ирма! 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 Ирмочка, привет! Привет, маленькая, привет! Вот, вот. Вот. Какие красивые. Ирма! Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Кать. Я приехал. Я вижу. А зачем? Во-первых, ты так быстро исчезла. Я даже не успел тебе сказать спасибо. Не за что. Жень, сделали операцию? Да, операция прошла отлично. Он поправляется. Я рада. Мы не возили его в Германию. Операцию сделали в Москве бесплатно. Так что я отдам тебе деньги. Я половину Нине отдал. Им сейчас на первое время понадобятся средства. Извини.
Это твои деньги. Ты волен распоряжаться ими по своему усмотрению. Мне они не нужны. Тебе что-нибудь еще от меня нужно? Нужно. И что же? Я хочу, чтобы мы были вместе. Ты уверен? Уверен. А я нет. Я не уверена. Потому что за последнее время я поняла, что совершенно тебя не знаю. Кать. И я не знаю, что от тебя ждать. Извини, это невозможно. Но мне, кроме тебя, никто не нужен. И что, ты собираешься бросить своего сына? Не, Женьку я не оставлю. Я буду им помогать. Мы будем видеться. А я не понимаю, ты собираешься жить на две семьи? Кать, да нет там никакой семьи. Нина просто мать моего сына. У нас абсолютно разная жизнь. Кать, я тебя люблю. Очень люблю. Господи, как же я по тебе соскучился. Сереж, пусти. Пусти, у нас ничего не получится. Я не смогу. Я тебе не верю. Я не смогу переступить через это. Кать, ну, пожалуйста, я уже сполна заплатил за это. Ну, я очень об этом жалею. Прости меня. Кать, я тебе обещаю. Не надо ничего обещать. Уходи. Кать. Уходи. Ирма, ну куда, девочка? Что это у тебя? Иди сюда. Сережа обронил. Ну и ладно, что он ушел, правда? Любил бы, не ушел. Ирма, это же рецепт. Женин, наверное. Сейчас. Охраняй! Охраняй! Сиди. Сиди. Ты потерял. Там рецепт. Спасибо. Следующая электричка через 15 минут. Да мне плевать, Кать. Я никуда не уеду. Или ты меня в дом пустишь, или я здесь останусь ночевать на лавочке. И вообще, Кать, я здесь жить останусь. Пока ты не поймешь, мы не имеем права друг другу ломать жизни. Мы должны быть вместе, Катя. Я не знаю. Мне очень плохо без тебя. Прости меня, Катя. Давай начнем все сначала. А у нас получится? Конечно, получится. Катя, я могу тебя кое о чем попросить? Да? Ну, только не торопись с ответом. Я хочу ребенка. Нашего с тобой ребенка.